Диверсификация белорусского экспорта может стать одним из самых успешных проектов для экономики Беларуси. Такое мнение сегодня журналистам нашего телеканала высказал декан факультета международных отношений БГУ. По словам Виктора Шадурского, накануне во время большого открытого диалога главы государства со СМИ было четко обозначено и одно из основных направлений – Китай. Между Беларусью и Китаем установлены очень хорошие политические отношения, об этом говорят и белорусские политики, эксперты, и китайские. Но действительно в экономической сфере здесь есть еще резервы. И, естественно, обе стороны, и белорусская дипломатия, и белорусская политика должна принять серьезные усилия, чтобы реализовать этот проект. Если, конечно, этот проект, о чем говорил президент, будет реализован, это будет большой успех. Эту рекордную по часам и, конечно же, по содержанию беседу Александра Лукашенко с журналистами сегодня обсуждают не только преподаватели, но и деловые люди, творческая интеллигенция во всех уголках Беларуси. Это и понятно. Семичасовой открытый диалог, говорят эксперты, уже стал своеобразной копилкой идей для развития экономики и для страны в целом.